Что такое? Это отдых. Весело, задорно. Хорошо. Да что ты, челку можно? А, очень хорошее место, очень весело. Привет! Это море южное нам. Hey, здесь очень хорошая погода. And they put it in beer batter with curry powder, and so you don't get any... А чем тебе рыба, не мясо? Вот в Ялте нет корюшки, кажется. Пришли на рыбный рынок. Все, как я люблю. Я очень люблю рыбу. Всем привет. Это море Намхэ и в то же время город Намхэ. Какое совпадение? Здесь я отдыхаю. Сегодня здесь тур для людей, которые приехали посмотреть на фестиваль. Внимание, анчоусов. Но дело не в этом. Дело в том, смотрите, как красиво. Самое то погода, это шикарно. Знаете, как ни жарко, ни холодно. Прохладненько. Может, как не выйдет. Всем до встречи, покажу фестиваль. Репортаж места событий. Мы прибыли в место, где Айс собирает анчоусов. Слышно меня или нет? Короче, место сбора анчоусов здесь. Вот в этой штучке. Место для сбора анчоусов. Маленьких рыбок. А сегодня на дежурстве. Это парк зверей из деревьев. Это зверолес. Зверополис. Какой красивый парк. Это Хилин. Здесь всякие вырезанные зверушки. Смотрите, как красиво. А вот солнышко на меня светит. Я загораю. Просто контент с ничего. Смотрите на блогеров, они снимают контент с ничего. Траву фоткали, да. О, трава. О, вот это я понимаю, пустое поле. А вы что снимаете? Мы снимаем... Вот такие поля. А вы что снимаете? А мы снимаем, как картошка растет. Или что это, капуста? Интересно. Тут пахать? Что-то мне подсказывает. Под видом туристов, короче, они так, конечно, развлекают. Они развлекают нас, развлекают, но мне кажется, они нас придут сейчас. Это что, кукурузу собирать? Это что, кукуруза? Чеснок. Это чеснок так растет? Мне кажется, чеснок это похоже на Я чеснок. Я не знаю, никогда не врать. Вала. Нет, дальше. Пришел народ смотреть поля. Интересно, короче, у меня впервые тур по полям. Но это интересно, интересно. О, у нас человек с такой большой камерой. Что-то у нас звезды, у нас сегодня звездный тур по полям. Смотрим, как растет чеснок. Ну, Сережа сказал, что чеснок. Вот здесь мы смотрим. Вот такая жизнь селебрити переобдумали для нас. Это очень необычная деревня. Звезда программы. Что же там? Интересно, что же все снимают? Козел. Там просто последняя рыба осталась, видимо. А ну нафиг, наверное. Может, здесь уже все в эти беседки. А это где эти нападают? Отлично. And they put it in beer batter with curry powder, and so you don't get any of the fishy smell. It's actually delicious. Where are you guys from? From Russia. Russia. Russia is one. What is it? Я знаю, я чем мне вот это есть. Маленький вкусный? Некоторые люди не любят анчоусов за глазки. А Васька пойдет. Вместе, да? А как, его прям с одним, с головой? Я не знаю, мне кажется, не ешь голову, не надо.
большой. Не можешь его доесть? Иди получше, понимаешь, что дорогие. Его вот такие новые, я новые. Надо. Я могу, да? Я могу, да? Да. Барон. Он говорит, ешь либо разламывай, либо ешь просто все сразу. Либо разламывай. Так. Вот так отламываем голову. По-моему, я тут не так где. Нормально, всю эту голову убрала, ешь эту туловище. А голову куда-то? Да. Это, знаете что? Это корюшка. Знаете корюшка? Она... Понял. Ребята из другого части населения. На Дальнем Востоке корюшка. Это корюшка, маленькая корюшка. Это маленькая корюшка. Я тут не знаю корюшку. Вот в Ялте нет корюшки, оказывается. Мясо захотелось? Вот. Рыба. А чем тебе рыба, не мясо? В плане. Рыбное мясо. Рыба, но не в таком виде. А вдруг это очень вкусно, а ты просто в жизни не пробовала. Я не скажу, что это вкусно, но... Вот это не вкусно. Чё? Вот сырая? Это? Мне нравится. Хотя я не люблю вот эту сашими. Мне сашими нравится. И тебе нравится так это же оно? Оно всё вкусно. Оно ещё островато. Чё ещё положено? Рис. Сказали, рис надо внутрь тоже класть. Я хочу это. А, соус, хорошо. Еще можно сказали вот эту вот штучку внутрь положить, вот это. Вот это? Да, да. Это но я думаю, что да. Да, это рисика. С хвостиком его кушать? Кого? Рыбу, конечно, мне кажется, всеми частями. Ну да. Это как, знаешь, килька в томате. Такой вот номер с видом на горы и море и утреннее кофечко. Доброе утро, мир! Мы пришли на рыбный рынок. Все как я люблю. Я очень люблю рыбу. Вот. Вот бабушки такие продают рыбку свеженькую, потому что это деревня, где вылавливают рыбу. Посмотрите, какая рыба. Сушеная, вяленая, сырая. Готовая. Все виды рыбы. То есть рыбный рай. Пожалуйста, заходите в гости в рыбный рай. Рыбка такая интересная. Смотрите, что с ней. Похоже, как будто она только что выпрыгнула из воды. Рыба, конечно. Вот. Идем по рынку. Смотрим местные достопримечательности. Пропитываемся запахом моря. За нами вон там еще куча блогеров. Я тоже блогер. Извините, смотрите, какая рыба интересная. Вау! Это кальчи? Наверное, кальчи. Лежу, загораю. На кровати с видом на море.